Слушайте внимательно, товарищи. Севернее этого холма мы будем штурмовать железнодорожную станцию, где наши танки мягко вынудят противника покинуть свои посты или умереть. Как только станция будет захвачена, мы станем усиливать наше наступление до тех пор, пока все немцы, оставшиеся в панелях, не умрут. Выступаем!
Огонь по готовности! Отойдой! Эфири, цилиндры, займя на дистанте. Мы должны прорваться, Борис! Пойди в танк! Закрой танк!
слишком тихо, мы застали их врасплох. Шевелитесь! Остановимся до тех пор, пока вся немецкая армия не будет изгнана с русской земли.